К 80-летию Алтайского края наш телеканал подготовил цикл сюжетов о районах. Сегодня рассказываем о Романовском. Сейчас там 16 населенных пунктов, в которых живет почти 12 тысяч человек. Романовский район образовался в годы Великой Отечественной войны в 1944 году. Села Мармыши, Гуселетово и Казанцево считаются старожильческими. Все остальные основали переселенцы. В основном это выходцы из южных районов Украины. Интересная история развития райцентра и района, который назван в его честь. В конце 19 века на месте Романова было два поселка – Чудские пруды и Абрамовская Дубрава. Объединившись, они стали новым селением. Заселки эти, постепенно разрастаясь, одним обществом обратились к царю с просьбой о строительстве храма для этих селений. И по решению царя деньги на строительство храма были выделены, и тогда жители решили назвать село в честь царя Романова. Вот так появилось название Романова. Церковь, которую построили на деньги царя, не сохранилась. Зато осталось название – Романово. Его не сменили даже во время советской власти. Рядом с разрушенной церковью сейчас пытаются построить новую на пожертвование. Однако стройка идет медленно. Зато жители Романова гордятся другой достопримечательностью – местным Арбатом. Это закрытая улица, где запрещено движение транспорта. Излюбленное место для досуга сельчан.